Привет-привет! Вы на канале «Зеленый огород». С вами Елена. Мы продолжаем серию роликов о томатах, которые выращиваем в поликарбонатных теплицах, а также в открытом грунте. И сегодня я вас хочу познакомить с очень урожайным сортом для открытого грунта, который называется «Софья». Это кировская селекция. Выращиваю этот томат уже, лет 5, это точно. И он мне неизменно нравится, он всегда урожайный. Во-первых, он низкорослый, штамбовый, высота куста всего лишь 30 сантиметров. Его не нужно абсолютно посынковать, но я его все-таки частично формирую, чтобы у меня быстрее начали созревать томаты. Вот я его уже весь обрезала, но могу вам показать, какие у него листья. Листья очень крепкие, плотные, и они обнимают вообще все растение. И если не открыть плоды, сначала кажется, что плодов и нет. Посмотрите, какая интересная форма у листьев. И они вот так вот плотно закрывают весь куст. И чтобы увидеть плоды, нужно срезать листья, когда они уже начинают поспевать, чтобы они получали больше солнечного света, и чтобы были очень сладкими. Томаты очень красивые. Посмотрите. Какая у них красивая окраска, оранжево-желтые, как солнце. И у них есть вот такие маленькие клювики. В заготовках они смотрятся очень элегантно, очень красивые плоды. Что мне еще нравится в этом сорте? Он очень раннеспелый. У производителя заявлено, что он начинает созревать на 100-105 день от всходов. Моим томатам сегодня исполнилось 115 дней. Этот томат хорош для зон рискованного земледелия. Его можно выращивать даже в сибирских регионах, и он успеет у вас вызреть до фитофторы. А сейчас я сниму уже созревшие плоды, побуревшие плоды, взвешиваю их, скажу вам, какие они по весу, а они должны быть примерно 45 грамм. Покажу их в разрезе и расскажу о вкусовых качествах. К сожалению, начинается дождь, погода испортилась, все почернело. Вы знаете, к нам на Урал пришли дожди, и в открытом грунте идет переизбыток влаги. И многие томаты начинают трещать. Но, тем не менее, мы продолжим съемку и посмотрим, какой по весу первый томат. 76 грамм. Ой, солнышко вышло, здорово. Второй томат. 61 грамм. Давайте еще один томатик взвесим. 62 грамма. В принципе, они все очень ровненькие. У производителя заявлено, что они должны быть весом 45 грамм. А теперь посмотрим, какие эти красавцы на разрезе. Они мне очень нравятся. Посмотрите, как это красиво. У них нет никакой белой сердцевиночки. Кожица тонкая. Довольно мясистые. Сейчас я расскажу о вкусовых качествах. Какой вкусный томат. У него насыщенный помидорный вкус. Кислинка легкая-легкая, которая вообще не портит этот томат. Вкусный томат. И прекрасно смотрится в заготовках. Посмотрите, какие это чудесные плоды. Урожайность потрясающая. Если кто-то еще не пробовал высадить этот томат, высадите, вы не пожалеете. Вам он очень понравится и по вкусовым качествам, и по форме плода. Он украсит любую заготовку, а также вот просто с собой взять, вот так вот кушать, как конфетки. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!